Приветствую всех, друзья, мы как всегда продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Ислам Махачев против Рафаэля Дусаниса в разработке. Майкл Чендер обвиняет Джастина Гейджи в отказе боя. Что на это ответил Гейджи? Мощный спарринг Израиля Дусани и Дэна Хукера. Всем приятного просмотра и мы начинаем. Два бывших претендента в легком весе устроили небольшую перепалку в соцсетях. Уже давно шли слухи о потенциальном поединке между Майклом Чендлером и Джастином Гейджи, который фанаты восприняли довольно тепло. И на самом деле, в этом поединке есть определенная логика. Оба идут на поражение и оба не так давно дрались за титул UFC. Однако Майкл Чендлер заявил, что Гейджи уже несколько раз отказывался от боя с ним. Гейджи должен быть следующим, в этом нет никаких сомнений. Я вам вот что скажу, я назвал имя Джастина Гейджи не менее 100 раз с тех пор, как подписал контракт с организацией. Ему предлагали подраться со мной 3 или 4 раза. Каждый раз он отказывался. Нас разделяет 2 места в рейтинге. Он не дрался с октября прошлого года. Ему нужно драться, если он думает, что собирается получить титул. По какой-то причине он и его лагерь не заинтересованы в битве со мной. Так что это бой, который я хочу. Это бой, который я думаю и он должен быть. Сражаются 2 лучших парней. Я знаю, что фанаты хотят увидеть этот поединок. Я знаю, что вы, ребята, хотите увидеть этот бой. И я действительно не понимаю, почему мы еще ничего не слышим от него. Вот и после этих слов началась настоящая война в соцсетях. Менеджер Гейджи Али Абдель-Азиз первый, кто ответил на заявление Чендлера. «Сядь на место, тебя снова вырубит фальшивка. У меня есть 3 парня, которые идут вплотную друг за другом в рейтинге и которые нокаутируют тебя. Это псевдоуважение». Ну а после чего уже и сам Джастин Гейджи ответил на претензии бойца, который понятия не имеет, о чем говорит Чендлер, утверждая, что он несколько раз отказался от поединка с ним. Майкл Чендлер несет какую-то чушь. Я 3 недели ждал контракт на бой с ним, уже находясь в тренировочном лагере, а потом узнал, что его папочка Дана дал ему титульный шанс. После поражения нокаутом у него отстранение от атлетической комиссии. Что я пропустил? Что я пропустил? Я в отпуске, а этот идиот меня клевещет. Отказался от поединка с ним 3-4 раза? Да что он несет? Возможно, это все очередная раскрутка между бойцами, которые привлекают внимание к их противостоянию. А возможно и правда, что Гейджи, что Чендлер недопонимают друг друга, и из-за этого бой переносится на неопределенное время. Друзья, пишите в комментариях, что думаете насчет этого противостояния. Ждете ли вы его? А в это время бывший чемпион Рафаэль Дос Анис рассказал о том, что UFC пытается организовать ему поединок против теперь уже 5-го номера рейтинга Ислама Махачева и даже назвал дату боя. Я только что получил ответ от UFC, что Ислам принял приглашение на бой со мной 30 октября, 5 раундов в Абу-Даби. В свою очередь Хабиб согласился выйти с пенсии, чтобы отомстить за потерю своего брата после этого, написал боец в Твиттере. После этого заявления журналист ESPN Брэд Такамото связался с менеджером Хабиба и Ислама Али Абдель-Азизом и прокомментировал заявление бразильца. Поговорил с менеджером Али Абдель-Азизом. Он сказал, что Ислам хочет провести бой в декабре, а UFC настаивает на поединке в октябре. Если у Махачева будет такая возможность. Сейчас Ислам летит в Россию, еще ничего не обсуждалось. Слова о том, что Хабиб вернется в октагон, чтобы отомстить в случае поражения Махачева, это неправда. Хабиб уже на пенсии, тем более уже у них был бой. Вот такие дела сейчас происходят в легком весе. Бой Махачева и Дусаниса вполне ожидаем. Тем более бойцов уже пытались вести между собой ранее. Однако, честно, хотелось бы увидеть бой Махачева против Бенила Дариуша, который, как и Ислам, идет на длинной победной серии и находится выше в рейтингах нашего бойца. Победа над Дариушем в разы сильнее гарантирует Исламу титульный бой, нежели победа над РДА. В общем, нам остается только следить за событиями, и я думаю, в течение месяца, а то и 2, станет ясно, кто и с кем проведет бой в легком весе. Ну а как считаете вы, с кем проведет свой следующий поединок Махачев? Пишите в комментариях. И напоследок в сети появился довольно жесткий спарринг чемпиона UFC Израиля Адесани и легковеса Дэна Хукера. После просмотра фанаты уже шутят о том, что нарезку делал Дэн Хукер, так как все выглядит так, что Адесани выглядит словно игрушка для битья. На этом, друзья, выпуск подошел к концу. Спасибо всем тем, кто досмотрел его до конца. Вы также можете поддержать его лайком и подписаться на мой канал. Всем пока и удачи!